Здравствуйте. Боль в горле и насморк у ребенка. С первыми симптомами сезонного заболевания брещанка Юлия Михалевич обратилась к участковому терапевту Брестской городской детской поликлиники номер 1. Самолечение – идея традиционная, но плохая, считает мама двоих детей, а потому при первых же признаках болезни сына незамедлительно обратилась к врачу. Будем промывать носик, при заложенности капать его. Если же горло также будем обрабатывать лекарством. Если не будет температуры, будем парить ноги. Ну, скажем так, как сказал врач, еще противовирусные будем пить таблеточки, чтобы скорее выздороветь. Маленьких пациентов в Брестской городской детской поликлинике немного. Для сравнения медики приводят некоторые показатели. За год количество вызовов на дом уменьшилось в 2 раза. Ситуация благополучная, хотя подъем заболеваемости все же прогнозируется в ближайшие недели. Это связано с многолетней вакцинацией детей против гриппа. По нашему учреждению мы привили порядка 20 тысяч детей за счет бюджетов, различных бюджетов, это и республиканских, и местных бюджетов, и за счет платной иммунизации мы достигли достаточно высоких показателей иммунизации. Пока в Бресте не зарегистрировано ни одного случая гриппа. Впрочем, в ближайшее время врачи советуют не расслабляться и быть начеку. С наступлением февраля, когда многие раньше времени снимают головные уборы, меняют пуховики на более легкую верхнюю одежду, часто и начинается волна заболеваний. Элементарные меры профилактики, конечно же, это избегать многолюдных мест. Это супермаркетов, это общественных мест, общественного транспорта. Конечно же, соблюдение респираторного этикета. То есть избегать людей, которые кашляют, чихают. И самим необходимо соблюдать респираторный этикет. Если вы заболели, необходим обязательно приток свежего воздуха, влажная уборка. Если не справляетесь сами, то, конечно же, нужно обращаться к врачу. Помните, что болезни правят бал, когда на дворе ноль и слякоть, а в помещениях отсутствие проветривания и влажных уборок.